переключите. Я слышу вас. А вы меня слышите? Я вас тоже слышу. Ну окей. О чем беседуете в рулетке? Так вот. Хочу узнать. Между полянетью и рушнетью, что вы выберете? Смотря, что мне надо. Если пожать, то первое. Если на охоту, то второе. А первое это что? Первое это kind of bread. Вид хлеба. Uh-huh. А второе? А второе оружие. Конкретно ружье. Какое? Конкретно ружье. Приємно спілкуватися з розумною людиною. Ну окей. Все-таки в школі та мову я изучал, помню. Пам'ять у мене хороша. Ви в школі вивчали українську? Ну, да, почему нет? Був такий же предмет. Ви самі звідки? Я із Торонто. Слышали такой город? А, да, знаю, це ж... Стоп, Торонто. Да Канада. Це США? Ні, я хочу запитати, це США чи Канада? Канада. А ви між Вінницею і Тернополем, да? Ровно посередині. Да, це Хмельницький. Ну да, я вижу. А, ну вот, да. Если увеличить карту, будет Хмельницкий, да. А то по карте сначала показывало ровно между Винницей и Тернополем. Понятно. Стоп, ну, ладно, а что... Стоп. А что, есть программка, что это? Что показывает, где сами люди находятся? Да, есть программка. А как называется? Чат Geolocation. Чат Geolocation? Да. О, прикольно. Буду знать. Ну, если по-английски точно, это чат geolocation. Но если наберете чат geolocation, тоже, то это, кириллица наберете, тоже попадет. А что в мене пише, что вы из России? Потому что VPN. Вы что, первый раз в рулетке, что ли? Да не, просто раньше включал, воно якось убивало. Не, ну, тут многие под VPN. Страна... фейковая обозначена. Какую выберешь, чтобы она обозначалась, такая и будет. Называется IP трансфер. Ну да. Как вас звать? Олег меня зовут. А вас? Меня Андрей. Понятно. Так, о чем беседуете в рулетке? Что ищете? Спрашиваете по поводу знаний мовы или еще что-то? Да не, просто спелкуюсь. А, понятно. Ну окей, вопросы есть еще ко мне? Таня? И здесь, на этом перекрестке, только ходим с под Богом, нужно жить любя с открытой душой. И только Бог отмерил, как ты не крути, есть ровно столько в жизни твоего пути. Что поет? А наш не райский сад, и время и достойно. Кто поет? Что-то знакомое, не могу вспомнить. Алмаз Багратион. Путя кто-то свет. Наша жизнь, она рулетка. Есть свобода, а есть клетка. От сумы, от тюрьмы, сорока нет. Наша жизнь, она рулетка. Есть свобода, а есть клетка. От сумы, от тюрьмы, сорока нет. И сколько Бог отмерил, как ты не крути, есть ровно столько в жизни твоего пути. А наша жизнь не райский сад, и время не вернешь назад. Сумей достойно прав ты этот путь пройти. А наша жизнь не райский сад, и время не вернешь назад. Сумей достойно прав ты этот путь пройти. Thank you.
Жизнь одна нам всем дается, все, что сделаем, зачтется. Так, как сказано, воздастся по делам. Будем же добрее друг другу, все, что делаем по кругу, бумерангом возвратится снова к нам. Будем же добрее друг другу, все, что делаем по кругу, бумерангом возвратится снова к нам. И сколько Бог отмерил, как ты не крути, есть ровно столько в жизни твоего пути. А наша жизнь не райский сад, и время не вернешь назад. Сумей достойно, брат, ты этот путь пройти. Не спеши, не суетись, не берег и не скупился, не ценил. Годы и часы мгновенья отпускал. И здесь, на этом перекрестке. А почему? А вы что, грузин, что ли? Я хуже. Кто? Одессит. Ха-ха-ха. Я вас, Арман. Иван Иванович. Не Анатолий Александрович, вы не присматриваетесь. Да ничего, бывает. А что-то у вас интернет глючит у вас. Меня? Обижает. Кринчей, блядь! И здесь, на этом перекрестке. В Луцке отлично дела. Еще что вы хотите сказать? Моя фамилия не на Кузмака. Да не важно, как фамилия. О чем общаетесь в рулетке? Да так, о космонавтике российской, о подводных лодках, о армии России. Просто о климате. Ну ладно, вопросы есть какие-нибудь? А какие вопросы к россиянам? Здесь все понятно, понятно. Ну я вообще-то не россиянин, но не важно. Если общаетесь о российской космонавтике, так к россиянам вы должны быть вопросы, наверное, или к кому. Так у вас написано «Россия». Ну, на заборе проблема? Тоже кое-что написано, мало что написано. А откуда вы сами? Из Канады. А родом откуда? Из Харькова. Про канадскую космонавтику, может, хотите ведь пообщаться? Если вы про российскую космонавтику общаетесь не с россиянами. Давайте пообщаемся про канадскую космонавтику. Ну, вопросы есть какие-нибудь? Да я не знаю, я думал, вы мне больше расскажете. Да это не интересно особо никому. Тут местные там есть какие-то там разработки. Они слишком научные, чтобы вы это поняли. Лучше это да, самое. Я драйвер, так что для меня это далеко. Но я понял. То, что мне россияне объясняют, то я и слушаю. Так вы, с одной стороны, вы говорите, с россиянами не общайтесь, с другой стороны, то, что вам россияне объясняют. Ну, так я люблю слушать, я вообще люблю сказки на ночь. Я понял. За кого голосовали-то, если не секрет? За Порошенко. И в первом туре, да? В двух. Ну, ясно. И на парламентском, нибудь за солидарность, да? Ну, за европейскую солидарность. Или за голос. Ну, вообще-то, честно, у меня семья разделилась на два. Я за голос, а жена за европейскую солидарность. Ну, я вас понял. Ну, хорошо, ладно. Есть какие вопросы еще? А вы проводите социальный опрос? Да нет, просто для затравки разговора. Это уже немножко не актуально, выборы прошли, но тем не менее так. Чтобы понять,
чтобы понять, какой позиции вы придерживаетесь в политике. Вот вопрос. Я, кстати, он недавно россиянин спрашивал, блогер, какие у меня вообще интересы. Я не боюсь этого. Я тоже блогер небольшой, поэтому я и спрашиваю. А откуда вы взяли Слуцка? Не понял. Откуда вы взяли, что я Слуцка? Да так, есть программка, которая мне говорит об этом. Нет, потому что в последний момент мне разводили россияне. Там, на Ко, на Ка, фамилию, имя, отчество. Я понимаю. Это откуда берется? С контактов или с одноклассников? Что он с одноклассников? Программа есть, чат Geolocation. Она говорит, откуда в данном случае ваш IP. Ну, хорошо, а фамилию откуда берут? И имя, отчество? А фамилии из социальных сетей, если вы там реальную фамилию забили. Да, реально есть. Да. Ну окей, есть какие-нибудь вопросы или нет ко мне? Да нет, все, счастливо. В Оттаве живете или где? Да, в Канаде. Ну счастливо, заходите на мой влог. Ден Клуб наберете, посмотрите в Ютубе. Ден Клуб. И здесь, на этом перекрестке. Не понял. А добрый день, чем занимаетесь? Да вот в рулетку зашел, чем занимаюсь. А вы чем? Угадайте с трех раз. Я тоже зашел в чат рулетки. Понятно. Вы живете в ЛНР, что ли? А что вы взяли? Ну, меня показывают, что недалеко от Луганска. Ну да. А у вас там типа GPS куда? Ну типа да, типа того. Понятно. Ладно. А что, вы раньше работали в КГБ? Ну да, я и сейчас работаю. На ФСБ. Ну, типа как люди в черном, да? А у вас есть такая херня, что такое? Из памяти.